Александр Кузьмичев не принял участок Кохомского шоссе от ДСК до Сухово-Дерябихского микрорайона. Загвоздка в этом светофоре. Конструкцию должны в ближайшее время убрать. А пока пешеходы к проезжей части идут по газону. Здесь есть предложение постановки. Дополнительно будут скамейки для пешеходной зоны. Действительно, расстояние очень большое из Сухово-Дерябинского микрорайона. Поэтому в целом сейчас посмотрим систему водооттока, водоотвода на этом шоссе, потому что тоже как раз дожди покажут, в каком состоянии здесь будет эта система функционировать. Реконструкция Куконковых и Кохомского шоссе началась еще в 2012 году. На первом этапе в прошлом году был сделан участок от улицы Павла Большевикова до ДСК. Второй этап завершается сейчас. Дорогу и тротуары делают до торгового центра «Рио». Здесь установили опоры освещения, расширили проезжую часть до 4 полос, сделали съезды. В ближайшее время установят 8 новых остановочных пунктов. Для реконструкции используют самые современные технологии. Геосетку для расширения дороги и асфальт типа А, самый прочный, на гранитном щебне. Газон на части у нас не высажены. Насаждение не везде закончено, подсыпка черной землей. И засев трав, ну, это все рабочие моменты, я в сроки свои укладываюсь. Соответственно, в течение ближайших 10 дней все это будет выполнено. Александр Кузьмичев планирует открыть объект в конце августа. К тому моменту недостатки должны быть устранены. После сдачи в эксплуатацию этого объекта будет решаться вопрос о ремонтных работах на участке Сухово-Дерябихский микрорайон, город Кохма. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.